Пневматический карабин М1891 под калибр 4,5 мм от фирмы Глечер. В комплекте есть сам карабин, инструкция, гарантийный талон и CO2 магазин. А еще на самой коробке есть взрыв-схема. Ствол и ресивер выполнены из алюминиевого сплава. Ложа выполнена из пластика. Штатные прицельные приспособления – это мушка без возможности регулировки и целик с возможностью регулировки. Органы управления. Спусковой крючок, клавиша отмыкания магазина, предохранитель и затвор. Этот карабин работает от одного 12-граммового CO2 баллончика, который устанавливается в магазин. Чтобы установить баллон, необходимо извлечь шестигранник, который вставляется в магазин, с помощью него ослабить поджимной винт, установить баллон и поджать баллон с помощью винта. Так как у этого карабина ствол гладкий, то для стрельбы используются 4,5-мм стальные шарики, которые заряжаются также в магазин. Делается это следующим образом. Опускаем бегунок в самый низ до фиксации и через отверстие заряжаем шары. После того, как вы зарядили шары, нужно снять бегунок с фиксации. Итого, чтобы начать стрелять, необходимо зарядить магазин шарами, установить в магазин CO2 баллон, примкнуть магазин, убедиться, что карабин находится не на предохранителе, взвести затвор и можно стрелять. Данный карабин предназначен для развлекательной стрельбы по мишеням. И я крайне не рекомендую стрелять из него в людей, так как вы можете нанести травму. При этом для целей самообороны такой карабин неэффективен.